Темпы. Разъебали они заклинания мы отражать, твари. Как ты сказал, что мы ходим на них себе? Я на ней не был уже, блядь, не знаю, на рендере 2. Слава, хит, блядь, заебал. Что у меня пол хп? Вот тогда был... Ну, может, ты бафнешь на хп там хотя бы? Ну, блин. О, ебать, это пиздец. Все, бля, доебались до приста, нахуй, давай бафы. Рахила не будет, нахуй, ребят. Да пошли в жопу, ебать. Я, блядь, бутылку сижу, пью, блядь. Я бутылку сижу. Блядь, ты сядь мне, хуй ты ее пьешь. Я ты идешь пулять, ебать. Сейчас подожди, блядь. Моя бутылка сидеть. Моя сидеть. Похуй, да, короче, на бутылке. Бутылке. Мы, наверное, так быстро проходим, потому что ты еще в прото ДД, блядь, да, скорее всего. Бля, да ну нахуй. Да ну нахуй, дождите это. Серьезно, да? Че, правда, что ли? Я, блядь, не верил. Блядь, снимите еще раз. Снимите. Блядь, сейчас пизда нам будет. Кого тут бить? Че за петушары? Кто? Затерянного. Затерянного во время. Где он? Да, ну если хил еще будет хилить, типа вообще будет. Да, если хил еще будет хилить, то вообще будет пиздато. Так хули я сидел пил, ебать. Да, куда еще пить-то, хватит пить уже, блядь. Я бафнул. Я заправился, бля, пойдем. Стамину, блядь, и сел пить. Что такое, блядь, шримп темпура? Что такое темпура вообще? Ну, шримп, креветка, темпура — это мука такая есть. Из рыбы темпура делается. Бля, снимите. Темп. На! Уебал. Чуть-чуть не уебал ему с жезла, блядь. Оп, стало. Ладно, давай дальше. Ну, Калифорния, я знаю, это очко ебаное. Я когда помню, давали попробовать, сука, вот эти, блядь... Егорки ебаные. Мне кажется, просто не приспособен для этого и все. Не приспособен к чему, ебать, жрать роллы? Да. Да ебать, их любой дурак жрать может. Надо же понимать тоже, блядь, что к чему. Блядь, я буду сколько раз пита резать? Давай, за инст. 5, 6, 7, 8. А я хуй знаю, ты я его не знаю. Значение 8 петов. Где, блядь? Я его даже не вижу. Вот мне, блядь, я иду в инс, чтобы походу... Меня отпиздили. Это темп. Некому ломать, бля, кроме меня, нахуй. Я иду. Ебать. Женёк! Шо, это надо таргет поменять, иначе накину его нахуй где-то, блядь. О, Пет умер, ебать. Чисто я, походу, иду в инс, нахуй Пета резать, блядь. Да, он должен его хилить молитвой исцеления по пати, типа, а я ее редко даю. Ты должен ее хилить, блядь, его точечный таргет там, блядь. Не, я его не вижу. Надо как-то его это доставать. Понял, блядь. Возьми его фокус, блядь, по фокусу хилю. Это, блядь, профессионалы делали все. Я думал, петы вообще не сдыхают. У меня пета, чтобы резать, стоит 5000 маны, блядь. Я его резаю, блядь, и региню ману. Он умирает, я его опять резаю, региню ману. То есть, а дамажит никак. Короче, это... Тебе суши выбрать или пета похилить? Да, блядь, суши тоже, кстати, надо выбрать. Я выбираю. Ну все, пету пизда знает. Меня пиздят... Даже уже заебал, кинь нахуй суши. Меня пиздят сзади. Видишь, я отлетаю, блядь. То не с темпурой, блядь, как все. Ну, короче, мука с яйцом, знаешь. Надо, бля, какой бля, нахуй. Нет, у нас есть, типа, ну, еще, типа, лучше, типа, ну, слушай, хуйня вот эта вся. Но, блядь, мне просто в этом, ну, в этой хуйне мне пицца нравится. Я хочу пиццу. Возьми себе запеченные, да и не... Нет, вот, я ищу. Блядь, ну, конечно, выбор тут, блядь, запеченные просто... самые заебись, блядь. Согласен. Просто пицца, да, нахуй, что вы думаете? Просто возьми, короче, икры мелкой, с майонезом дома смешай, положи... Блядь, на кусок хлеба положи лосося, блядь, замажь этой хуйней с икрой, с майонезом, и запеки в духовке, и жри, блядь. Я могу тебе сверху, блядь, лосося положить запеченного. Бля, я не знаю, ладно, сейчас чем выберу. Только хиль только, блядь. Блядь, конечно, мы этого босса не убьем. Если хили будут, то убьем. Ну, с этим, по-моему... Трэш сыграется, а то... ...то вам хуёво. Ладно, блядь, сейчас второй трэш выйдет, а вы, блядь, первый.
который даже профессиональные игроки контролят. Так, я, короче, СВ нажал, бля, бейте. Как пит умер. Подойди и херни мобов. На войде. Кто-то ХПС ебать. Ууу, 5000 СВ, блядь. А вот был бы Волонир, да? Так, у меня вопрос, тут как раз все это, люди такие умные сидят. Вот будут падать сферы, короче, да, с этого, с 25-й, как они будут ролиться? О, нихуя себе с такой новостью. Они будут анролиться, давай с этого начнем. Сферы в кино, 25-й? Да. Ну, на рецепт, допустим, мне вот надо на Фурика две шмотки крафтовые. Надо до хуя сфер. Ну там одни запы, а другие, блядь, грудаки. О, и что? Вот я и хочу узнать, как они будут ролиться. Анролиться будут. Я буду выдавать людям, которые больше всех заслужили бы. Да, понятно. Забрось. Короче, если захиливаешь пета, то получаешь короче сразу сферу, нахуй. Фурик все равно не дамажит, успокойся. Не, ну, бля, они вроде прикольные, вот эти ботинки, а вроде бы и нет. Ну, нет. Короче, если хочешь день одеться в весь 45-й шмот, берешь сам, покупаешь. Не, можешь, ты можешь собирать, типа, если хочешь, то вот тебе прям надо одеться в 245-й шмот, именно тебе, ты можешь собирать свою УИК с пугами и анролить себе сферы. Да, ну, это понятно. Я просто не понимаю, что, на что ты рассчитывал? Что, типа, мы будем их ролить, ебать, или что, или как? Не, ролить хуёвый вариант. Я ни на что не рассчитывал, просто поинтересоваться решил. Не, ну это просто логично, что... Блядь, ну похиль ты его, господи, ну нахуй! А я говорю, я его не вижу, блядь. Я просто сейчас не буду бить нахуй, трэш, я ебал. Я буду просто, реально буду only in с 35-го ебать. Да его где-то вытаскивать надо. Подожди, блядь, поставь волка своего. Я же его... Поставь метку на него, я хуй знает. Я же его... Метку, блядь, поставь. Запомни цель, нахуй. Ты что, блядь, без задонов играешь или что, нахуй? Не, я в Вуду не ставил пета, чтобы не отображали. Нахуй они нужны, ебать. Ну да. Ебай, конечно. Вот я сейчас обновление, а по нему молитва идет, и он на фул сразу захиливается. Так просто устроено. Он у тебя какой-то бешеный, он встает под клиф, ему дают пизды, я хуй знает куда он, как он вздыхает. Вот сейчас он фу, стоит. Сначала твою игру, блядь, будут, скорее всего, заряжаться танки хилы шмотом, блядь. Потому что вот этих сфер будет не так много, блядь, падать. Поэтому нахуй шмота будет тоже не так много. А с 25-ки они не с каждого босса, они типа редко падают, с обычки. Когда эта 25-ка будет еще? 12 дней, 14. Как думаешь, мы это сделали, там тотель? Ну нет, меньше. А там опять контроль? Ну вон, нет, как новый БП выйдет, то есть новый сезон, соответственно, блядь, и... Ты думаешь, новый сезон выйдет через 12 дней? Ну да, БП открой. Ничего, это окончание в межсезонье. А там еще будет анонс нового сезона, через сколько-то дней. Вот может он быть через неделю, может через две будет. 30-го выходит. Тринста выходит. Ну того. Откуда такая инфа, что именно 30-го? Так они говорили 30-го. Раз? Да, они, кажется, прямо сказали дату 30-го. Я тоже не видел такого, блядь. Твоего пета сейчас сидят, блядь, отзови его. Знаешь, почему его сидят? Потому что его не хилят. Потому что... Там, кажется, да, там писали, что 30-го. Ну, хз, посмотрим. Ну, не просто же это число взялось, типа. И стой, когда 30-е выйдет, типа, появится за вот эти байджи Т4? Нет. Там добавят друг магик и Кримста добавят. А за байджи Т4 не появится за вот эти РБК-шки? Нет, пройдет месяца два и добавят. Ну понятно, конечно. Ну как со сферами будет? Да, это сервер говна натурально, ебать, никакой не добавляют. Ну почему, они просто стараются утяжелить закрытие контента. Ну, понимаешь, что все, блядь, шмот, это, блядь, понакупают бесплатно, ебать, ну, только бесплатно за эти баджики. Смысл от контента магик и грулы, ебать, представляете, его можно будет купить. Ну, через месяц? Ну, вот. Блядь, ой, ты долго там будешь, нахуй? Я заебался. Я бегу, ебать. Хватит Альтабаса уже, блядь, ластынс пройти. Ты мне там выбираешь, если ты выбираешь Мироу, то Альтабаси, нахуй. Не, я не Альтабас.
Не альтабайся, какой нахуй, дай-ка ластинс пройти. А тем более Саня, он пришел уже. Здорово, Саня. Здорово, здорово. И здорово, сильно. Невоспитанный. Секретный агент. А чё вот у петов разве нет вот это снижение по области урон, типа, по ним? Здорово, 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 говорю. У них же должна быть такая способность. Или сломали ее. РБК не работает. В РБК не работает? В РБК она не работает. Она на пару боссах ВЛК работает. Ты на том же лече. Походу, будет ты полетишь танчи сейчас с Рубаканом. Своим 2-4. Что, вы еще раз пойдете с другими персами с нуля? О, да. Блять, ну ебаный в рот. Пет, пусть не бьют пиздец эти долбоебы, я буду рыцать этого нахуй. Да, как обычно, пет, но. Да он куда-то за угол забежал, блядь. Бля, можешь его просто не призывать? Не могу. Он мне, блядь, дает нахуй охуенно баф. Я. Он мне дает 10% моего урона, блядь. Бля, хорошо, что ты не БМ, но. Он, блядь, дает, он дает мне баф-то 300 апа, нахуй, во-вторых, он мне, блядь, талантов боевую тьма, блядь, с ним. Ну, если он дает пару ударов, ебать, и умирает. Почему он дает пару ударов, умирает? Просто его не хитрит, вот и все, ебать. Почему я, блядь, все время хожу, и он нормальный, блядь, у меня с ним, я не ресу почти ни разу за один. А сейчас я его каждый, блядь, на каждой пачке трешу, трешу, ресу. Может, сам хилится, ебать. А как он? Качай бинты, хиль пета. У меня есть хуя, типа, и точнее питомцы. Во-первых, она стоит, стоит маны, это раз, во-вторых, нахуй она не хилит вообще нихуя, по факту. Ну, ничего страшного. Бывает. Вот, ему пол хп кто-то сносит, его пиздят. Ну, АОЕшка, которая хуярит по нам, хуярит и по пету, ебать. Блять, она же должна сниженная быть. Его прям как будто в цель выбирают. Вот, специально тебя решили проверить, она не сниженная. На чё? На чё, как ты хилишь, бля, хуёво. Да заебись хилю, блядь. Да хуёво, как ты хилишь, бля, хуёво. Я понимаю, почему это постоянно горит, нахуй. Никита. Пол горит. Никита, как в райдах, когда говоришь, почему ты не хилишь, мол, почему нахуй. Так он не хилит. Танчал тогда. Ебать, ты ангел дал. Да, ебать, ластен, блядь, тебе ангела нахуй дали. Видишь, там кабальтовый змей летает, грибни его из сала, да? Ну, блин, а с страхом уже, хитри. Да немного сала же, терпи. И прям ёбнутый инса тут. Кто там, блядь? Смотри, видишь вот этого змея, грибни его из сала, да? Ём. Только под трэш опять не отлетайте. Короче, маны нету. И, так ты еще этот холи прист, ебать. Угу. Да, он хули. Я третий еще не делал. Бля, можешь собаку-то звать? Где? Нас соло моба бьет. Вот я поэтому она и дохнет. Холи прист. Ухольная кличка холи прист. Да, собака, блядь, моба, бля, перегоревает, точно, ебать. Ну я же не могу с собакой. Да, я его затаунтил, он стоит в кассе. Типа щит свой ебаный. Ну ебать. Мне стан тут дал, блядь. Ну, пополни. А есть ножик? Так. Конечно. Все есть в Москве. Креветка темпура, укрытая пура.
У тебя есть что-то с мясом, с курицей? Есть, блядь, типа ров шашлыком, блядь? Ты подожди, а ты, блядь, лучше шашлыков купи, нахуй тебе эти роллы, блядь. Блять, я пью сижу, ману, блять, вот пошли агрить. Но я напиваюсь. На поле уже. Кабачок нет. На пуле. На пуле его ебать. О, побежали. Чопай. Да, блять, рот и бал нахуй этот фир. Ну ладно, кидай СС быстрее кому-нибудь. Себе хотя бы. Я живу, ластнем пожал. Кинул? Как так сагрилось много, блядь? Так кинул СС? А чё ты не кинул? Побежали, хули. Понятно. Сейчас приду. Короче, я не знаю, никогда петов никаких не хилил. А их тут реально как будто пиздят. Ну, выбирают цели, пиздят мобы. Обычно такого не было. Ой, блядь, сорян, ребят, я выбираю 30 минут. Не знаю, мне сложно. Предлагал? Угу. Заебись. Вроде сейчас инстинг оно пролетит, да? По-моему, Филадельфия вкусно, да? Да. Крика, крика. Какой крик, он на ФК стоит еще, блядь, в очки долбишь. В диоптрии, блядь. В столовке забрал, блядь. Лао, блядь. Кум Лао. Ой, Лао, блядь. Где твой пес, на куда я его запомнить цель нажму, блядь? Что? Да не, не, все нормально, успокойся. Я, конечно, не гарантирую, что он захиленный будет, блядь, потому что если танка надо будет хилить, лучше танка. Ты в РБК ты идешь? Ну да. Пойдем, сейчас мы, нам ластынец остался. А что там, приста возьмешь его? Нет. Почему нет? Потому что. Потому что у нас фул пачка, блядь. Да? У нас фул пачка. Степуш. Ну и ладно, сам соберу. Обиделся, что ли? Ну ты чё, я же не... Не обижайся. Ну просто же, я... мы ещё вчера поговорили, собраться втроём, на точнее вчетвером, блядь. О, вчетвером, а пятый кто? Танк, блядь. Сука. Чё, залетаем или сюда? Сейчас я вас вайпну тогда, чтобы подольше собирать. Это, блядь, пока ты вайпишь, ебать, что, блядь, какой-то, блядь, новый земли, что ли? Пиздец, блядь. Я твоему бету дал этот щиток, нахуй. Он быстрее бегать будет теперь. Бануться. Ну, хоть может ебануться будет, блядь. Куда подальше, нахуй. О, это босс, который ваншотит, да? Вы видишь, как он съебывается, блядь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Блядь, на тир сняли, ебануться. Ну, меня превратили, заебись. Хорошо, хоть до взрыва. Ой. Пизда. Ой, пизда. Бля, я ещё уперся. Ой, я ебёшь, блядь. А я что-то в себя не нажал, это у Астендер, как он называется.
все, пиздец, блядь. Кинь сосать себе молоко. Может, добьете? Нет. Не задамажит. Да он пидор, он замедление кинул, оно не диспелится же нихуя. Почему оно не диспелится? Оно вообще-то, блядь, мозги с полу должно снимать сразу со всех. Да? Нет. Что нет? Сразу со всех. Мы добьем, наверное. Ну, а сейчас плюнет, конечно. Вот Женек добьет, ебать. Женек, хильц. Удар смерти, там, бурдалак, сужири. Жрал уже. Фрагмент забита и топор. Нет. Который, блядь, уже на твоем ДК нахуй, ты, блядь, и не ходишь им. Хожу. Ходишь? Да. На пол треса и... Бля, нормальный среди топор. Ходит 226, блядь, с тремя дырками, нахуй. Есть там рез какой-то? Порезьте. Егор, ты здесь? Да, танк, в принципе, не хуёвский топор. Да? Да резьте на соло, блядь. А нахуй надо? Резьте. А ну чё, пойду, сам соберу. 68 бат, нормально.